Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Фиксация с помощью дорожных камер таких нарушений, как непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону, шагнула за пределы российской столицы. Теперь систему тестируют в Московской области. Точные места расположения комплексов пока не раскрывают. Также в ближайшее время камеры там обучат выявлять непропуск пешеходов и не включение ближнего света фар днем. Трасса 101. Очередь поднимать цены на машины после Нового года дошла и до Рено. Самый доступный представитель семейства, седан Логан, подорожал на 8000 рублей. Теперь он стоит минимум 683 тысячи. На Сандеро и Сандеро Степвей накинули 11-12 тысяч. Их новая стартовая цена 697 и 857 тысяч рублей соответственно. Повышение обошло стороной только Duster 2020 модельного года. За него по-прежнему просят минимум 890 тысяч. Точно такой же кроссовер 2021 года стоит уже от 912 тысяч рублей. Трасса 101. Компания Cherry собирается вывести на российский рынок еще одну модель – седан Arizo 5. Стоить он будет, по некоторым оценкам, от 800 тысяч рублей. Китаец оснащается бензиновыми моторами объемом 1,5 литра. Один из них развивает мощность 116 лошадей, другой – турбированный 156. Трансмиссия – пятиступенчатая механика, либо вариатор. В качестве основных конкурентов новинки рассматриваются Hyundai Elantra и Kia Cerato. Трасса 101. Автомобили в недалеком будущем превратятся в своего рода смартфоны на колесах. По мнению зарубежных экспертов, платить надо будет не только за запчасти, но и за обновление старого и установку нового программного обеспечения. Более того, производители могут начать продавать авто вообще без опций или с заблокированными опциями. Соответственно, на их активацию придется раскошелиться. Трасса 101. В России продали такие самые дорогие машиноместа по 17 миллионов рублей за каждое. Находятся они, разумеется, в столице, в Москва-Сити. К примеру, площадь одного места на подземной парковке почти 30 метров. Дескать, это идеально для стоянки авто премиум-класса, например, Rolls-Royce или Maybach. Кроме прочего, паркинг оборудован автомобильным лифтом. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.